Ну, я думаю, мы, наверное, сделаем этот подарок Новому году. Я пока комментировать этот вопрос не буду. Ну, в ближайшее время. Ближайшее, самое ближайшее время. Ну, что там препятствует? Может, кто-то, нет, ничего может, не препятствует. Запрещает вам? Нет. Нет, вот поверьте, никто мне не запрещает. То есть и жителям района стоит уже ждать, что в ближайшее время все-таки этот конкурс будет объявлен? Да, обязательно, потому что в ближайшее время вы услышите про то, что Совет депутатов объявит это решение. Пока не комментирую, какое это будет число. Ну, а в плане документации уже в этом плане все проработано, это все у вас уже есть положение о конкурсе? И да, да, это было рассмотрено еще в октябре месяце, то есть все документально все подготовлено. Только а что вот... тянули-то до декабря, если все в октябре уже было понятно? Ну, есть более глобальные такие, ну, я понимаю, это самый глобальный вопрос, глава, но, понимаете, конец года, бюджет, надо работать для того, чтобы грамотно сбалансировать бюджет. И мы, депутаты, поверьте, над этим работали. То есть вся работа была сосредоточена? Да, да. Вот причина только одна это. Все остальное ничего не препятствует, поверьте.